Мои телепузики, мои сахарные заводы, пожрем на камеру. Меня только смотрят жирные и толстые, и семимесячные. Я там этот сняла, ролик, как его, шорст, что я приготовила. Я с утра сегодня ничего не ела. Кофе только без молока. Молоко есть, но я попила без молока 2 ложки песка. Сейчас остынет, ребят. Пожрем. Пожрем. Давно я не жрала. А то мне в дзене. Спасибо, мои телепузики, мои сахарные заводы. Дзеновские, ютубовские. Ну, я сегодня на 2-м канале в ютубе забанила всех, кто гадость писал. Да. Я такая красивая женщина, сексуальная. Должна ваш бред слушать. Ну, не нравится моя комната, не смотри. Приди, сделай, уберись. Где-то, если видишь пыль, ремонт сделай. Ну, а что, святая ты наша? Вот святые. Ага, богатые. Миллионерши. Покажи твое богатство. Между ног, наверное. Что, хватит одну или что? Хватит. Итак. На дзене только какого-то, не знаю, малолетка или кто забанил. А так все мне пишут. Там и Настя проверяла, когда позавчера. Я говорю, я сама теперь лазю. Да, сегодня малого там убрала. Сейчас остынет. Ребят, ходила, зачем я ходила? В Альберес. Тут раз, помните, 2 недели назад Лёсик 1000 рублей мне выслал. Ну, он сам мне все делает, он мне одаривает подарки, дай бог ему здоровье, его маме. Ну да, ну что. И он мне 1000 рублей сказал на шампунь. Я в Альбресе шампунь выписала, это линия шампунь и это ополаскиватель. Потом выписала вот это. Я вот этими всегда пользуюсь, Лореалем. Это просто дневной. Вот дневной восстанавливающий, увлажняю уход. Дневной. 55 там плюс. А это я взяла тоже дневной уход против морщин восстанавливающий. 55. Это я не рекламирую, это я взяла. Вот, это на Лёсики на деньги. Мыло я там взяла, упаковку банное. А так, и вот это взяла под глаза. Тут я выкинула, тут уже, наверное, срок годности. Лореаль под глаза. Вокруг глаз под глаза, господи, Лореаль. Маленький такой. Вот, еще что. Там мыло. Упаковку банную. Я только банным моюсь. Ну и все. Лёсик, спасибо, зайка мой. Спасибо. Ребят, сейчас там в Альберсе есть, ну, хотите в Озоне. Мне нужно набор кастрюль. Да, мне не жирно, ребят. Там я смотрю набор кастрюль «Черная пятница», да, написано, или «Черная», чего там «Черная» написано. Я посмотрела, там кастрюли дешево, 3 кастрюли. Мне нужна кастрюля малированная, 3 штуки. Первый, ну, 1, 2, 3. Там дешево. И кастрюль мне надо пили, это, 5 литров. Тоже дешево, ну, малированная. Кто хочет Ольге Валерьевне подарок сделать, пожалуйста, адрес мой вы знаете, как Лёсик делает, потом кот мне. Ну, и девки так делали тоже, девки. Кот мне говорят, я иду и получаю. Ну, вы же оплатите, я не буду платить. Если не оплачено, я брать не буду. Вот. Даете код мне, присылаете в этот, или телефон вы мой знаете на номер, или ВК. И я буду очень благодарна, если вы мне набор кастрюль, и отдельно мне надо
пятилитровую отдельно. Вот, и набор. Да, сейчас там эмалированные очень дешево. Ну, там для первого, третьего, не знаю, три кастрюли. Я уже посмотрела, в Альбресе цветные, такие красивые, белые. И мне не жирно, ребят. А вам не знаю. Ну-ка, подождите, а я посолила. Ой, эй, что, пересолила я? Боже упаси. Ладно, давайте поговорим. Ну, кто сделает, мне очень приятно будет подарок. Что, давайте поговорим, девки. Девки, перезалила. Всю пачку бахнула, но нечаянно выложила. Но она маленькая, останская. Девки, что хочу сказать. Я 3 дня лежала, я же устала, не работаю. У меня все чисто, не переживайте. Пускай, как моя бабушка говорила и тетка, пускай будет бедненько, но чистенько. Вот. Короче, лежала я. Серега Скорпион, вот молодец. Вот мне понравился. Ну, я здесь не смотрела, я только сам была здесь смотрю на Ютубе. А в Дзене мне все попадаются, где подписываюсь я. Ну, мне сейчас Дзен очень нравится. И вообще все на Дзене уже. Вот. И что хочу сказать. Инку не смотрела. Не это, не Нинку пиратов. Ну, некогда, надо было что-нибудь смотреть. Короче, мне попался Серёга. Ну, он всегда попадается. Мне понравилось его видео. Вот это он играет естественно. Про этого ВВВ, который ржет, жрет вилкой и ложкой. Ой, какой ножиком и вилкой, и ржет. Одни эти. Как он ест? Блины покупные и ржет в очках. Вот он, это видео есть, и мне понравилось. Я ему написала: Сереж, надо естественно, если снимаешь, то снимай себе, там не смотри на других, не пород, не пари, как сказать, ну, не повторяй ни за кем. Как живешь ты, как живешь вот один в семье, так и снимай, как вот себя ведешь, как ты снимай. Не надо породу делать там на кого-то. Ну, есть у него там и мои слова иногда берет он. Это неестественно уже. Я-то немножко ебубо, у меня желтая карточка-то. Я это все делаю с юмором, кто меня знает. Уже люди привыкли. И вот мне понравился этот ролик. Вот. Да, он играет прям естественно, все вот это вот. И я ему написала: молодец. Не надо вот это пародии делать там, то есть это то, что другой блогер говорит, и ты будешь повторять. Свинья. Это уже неинтересно. Люди видят, что блогер делает. Молодец. Ладно, девки. 3 дня смотрела «Свинья». Ольгу многодетную, вы же смотрите, там ее 2 канала, я 1 канал. Девки, и 2 ноября, и там все виды, я много смотрела. Оказывается, вот этот Сашка, кто там писал, что он женатый, ничего он не женатый, он был женатый, 2 года развелся. У него детей нету, только Варварушка, вот эта первая. Он воспитывал чужого ребенка. Работает он сварщиком. Приехал на 3 дня. Не у нее жил, а там где-то, не знаю, в Пердищево снял там что-то. Ездил на такси. Подарки, продукты. Ну, хоть у Ольги все есть. Мне она очень баба классная. Варварушка, девки, а ее, оказывается, а я-то не знала Муси-Пуси, я всегда ее, она мне попадается, девочки, 3 месяца.
Девки, ну хорошая такая, прямо копия Сашка. Ну, она сидела, рассказала, почему они расстались, они не живут. Ну, у него характер, у Ольги свой характер. Мне кажется, Ольга похудела. Конечно, у нее многодетная мать. Я вот знаю многодетных другие там блогеры, там, боже, свинарник. Ольга, конечно, да. Дети чистые, пожрать пельмени. Я столько серий посмотрела, ну, видосов. Не знаю, сколько, много серий посмотрела. Она на зерно там собирает. Мне очень понравилась она. Ну, нравится, я ее всегда смотрю. Я как налетом всегда, что Инку, что Нинку. Я налетом смотрю. Ну, не смотрю, не смотрю. Потом бац, и вторая смена. Да, он уехал, не знает, когда приедет. Может, к Новому году, может, нет. Но у нее все дети красивые. Вот эта девочка, там еще девочка, одна девочка, которая маленькая, все. Ее целует, эту Варварушку. Девки, ну хороша. Я бы ее за щечки подергала, девки. Это копия Сашка, на Ольгу не похожа. Угу. Сентябрьские смотрела видосы. Что там, прокуратура приезжала? Я не поняла. Не поняла я. Да, девки. Она молодец. 11 детей. А... Я когда смотрела, через, там 2 ноября, она сказала, через 2 недели ей 38 лет, день рождения. Видик смотрела я, ну, видосы 2 ноября, и она там в видосе сказала, у меня через 2 недели 38 лет. Девки, она выглядит очень хорошо для 36 лет. Она живет в Тамбове вроде, да? В деревне. Там вообще пердищего хрен не доедешь. Многодетные девки. Дом, такая чистота. На машине девки. Вообще у нее... Я сидела, эфир смотрела еще. Там 4,5, там так пишут. Но она сама удаляет, банит. И еще там кто-то банит, не знаю. Да... Оскорбляют ее там. Девки, ну она нормальная. Ее, конечно, это я бы на ее месте взяла бы. Москву написала бы. Наши батя. Все документы так и так, как так Тамбов. Не могут там решить. Не знаю ее проблемы. Матери... Ой, у нее 11 детей. Кто-то не может родить. Угу. Да. А сегодня будет ДНК, интересно. Сейчас реклама была. Мне понравилось. Я ее смотрю редко. Как понять редко? Попалась... И я всю ее, что пропустила это. Ну, девочки, это Варварушка, какая хорошая девочка. Я люблю детей красивых, щечки. Глаза она выставила там, и она вела эфир. Вот так. Смотрю, лежит маленькая девочка, друг, вот перед ней. И защищу так. И... Ой, девочки, я не могу, ну... У нее все дети хорошие, Ольги. Ой, а гадости пишут. Дай Бог ей здоровье, конечно, и детям. Да. Сашка 3 дня был его. Я даже и знать не знала, как его звать. Ну, он симпатичный, я не знаю, сколько ему. У него это Варвара первый ребенок. Я не знаю, сколько ему лет. А,
Это вот от, все дети от троих мужиков. Первый муж, это 11-й от Сашки, а первый муж у нее 63 или 65, она про него. А про второго я прослушала, не помню, сколько лет. А первому она сказала, что где вот 2 ноября, да не слушала. 63 или 65. Угу. Ой, пельмени вкусные. Потом... Ну, все, вот все слушала. 3 дня про нее смотрела. Все, которые пропустила. И Самвелу тоже смотрела на Ютьюбе. Что-то там у Коли случилось, кто-то умер, не знаю. Колин отец поехал. И бабка. Дядя, что ли? Это Самвел говорил, не знаю, дядя, что ли, не знаю. Пьяница вроде, Самвел говорил. Ну, я ихние Светкины канал вообще редко смотрю. Попадется, посмотрю. Ну, нет семейной жизни, ничего там Светка Сытникова. Я так, дом, жрачка и в огород. И собаки, все. А вы еще говорите, я Сытников, идите посмотрите Светку и Андрюху. Они показывают... Как они жрать себе готовят, дом, и за домом собаки бегают, двор, все. Я ищу цветочки, муси-пуси. Так, дальше давайте еще поговорим. Девки, это я подписана, но это чисто случайно я попала. Вы же смотрите Самвела, я тоже 8 лет, что ли, смотрю его. Или 7, не, 8. Вы знаете сестра Эльвинка и брат Эдик, который был блогер. Его Самвел научил. Сейчас его, он закрыл канал, не знаю, какая причина, мне неинтересно. Он живет здесь у нас в России, где его родственники армяне. Старополь, что ли, не знаю как. Там улица одни армяне. И я такая вчера и позавчера лазю в Ютьюбе. Хренак, попадается его племянница Дамян. Я на них подписана. Они когда приехал Эдик, они начали вести, он научил, они ведут блоки. Вроде так. Не знаю, он что ли научил, или они вели. И я на эту породу ихнюю всю подписалась. Смотрю, племянница. Нет, попалась, как ее зовут, баба. То ли двоюрная, то ли троюрная, то ли двоюрного брата-жена, или троюрного жена. У нее блог показывает свадьбу, девичник. Думаю, что это такое, дай посмотрю. А интересно, Эдика там, не, девки, идите посмотрите, может, они там поругались или не приглашают ни Эдика, ни ее Фатимы, это вот, которая жена и двоих детей. Там был этот девичник, мне просто интересно. Ну ладно, девка эта маленькая, Эдика, в школе там, и эта старшая тоже в школе, но она взрослая, тоже ее нету. Хренак! А Дамян это двоюрного брата, дочка полная такая, замуж тоже вышла. Ну, когда, не знаю, она уже родила, что ли. К ней зашла. Девки, напишите под видео. У нее то же самое. Сейчас я смотрела это в церкви, как их сказать-то, после свадьбы. Помолвка или стоит так. Сейчас только смотрела, как вот жрать готовилась. И то. Пошла к этой Адамян, племяннице, думаю, дай посмотрю.
Это полная показывает племянница, как она стала и накрыла девичник. Там все армяне, а их не было, девок этих. Они дружили хорошо. А как это называется? Церковь-то не помолвка, а как она? Господи. Угу. Вот сейчас она выпустила ихнюю церкви. Она Фате, это сестра ихняя. Я взяла лупу, девки, вот лупу взяла. Там девки, они ее забирали, и лупу взяла. Такие люстры, девки, они ее с дома забирали, невесту, девки. Там все, а-ня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 , танцевали, там эти дудки, зурна. Я взяла эту лупу, расширила свой телефон, но, девки, там не было ни Фатимы, ни Эдика, ни двое детей. Они что, девки, напишите, что они поругались, что ли, опять? Или они боятся его приглашать? Ну, тот раз-то он нажрался, он же всегда смеется, глаза вылупит, ересь несет какую-то. И я у этой бабы посмотрела, как его, то, что тут свадьба, и в ресторане, и как выкупали, и девичник, все. И у этой, у племянницы, ничего их там не было. Угу. Может, вы видели, я не видела. И сам был, не говорил про это. Да, идите, посмотрите. А вы что, не смотрите их? Я смотрю. Угу. И едет там и нет нигде с Батимой. Я и забыла, как ее звать-то, девки. Жену Эдика, Фатима или как? Или Зурна. Я забыла, 100 лет не смотришь. Девки, мне просто интересно. Девки, кто смотрит Самвела и ихние родственники, которые живут в Старополе, что ли, ну, здесь, в России, вся улица. Вы же Эдика смотрели. Идите, там же племянница его. Там их все родственники теперь снимают. Угу. Ну, блогеры все. Угу. И там свадьбу всю, все гостей снимали. Ну, Эдика и Фатимы, или как ее звать-то? Журна. И его детей там нет. Я лично не видела. Я лупу взяла. Вот эту за лупу. Я бабы тоже одну. Мы смотрим же одинаково. Я ей пишу, Галь. Она говорит, кинь. А я не подписана. Я ей кинула. Она смотрела тоже. Я не нашла, говорит. Галька, она тоже смотрит Самвела много лет. И Эдика смотрела. А сейчас Эдик же все. Угу. Ой, пельмени вкусные. 3 татушки. А чего-то они не позвали, что ли? Может, вы там увидите? Ну, не знаю, и Галька, и я смотрела. Их не позвали. Скажут, а что его звать-то? Обратно нажрется, орать будет, драку устроит. И они же, там скандал у них был. Где-то пригласили их, а он драку устроил. Пьяный. С армяном с каким-то дрался, с родственником. Сказали все. Может, он из-за этого закрыл? Не знаю, кто беременная, какая дочка. Девки, пельмени вкусные.
хлебом. Девки, ну с хлебом вкуснее. Вот окно открыть невозможно дома. Ням-ням-ням-ням. Вкусное пельмени. Без хлеба надо есть. Ну, с хлебом вкуснее, ребят. Три татушки. Девки, посмотрите. Короче, племянница канал Адамян. Ой, а как ее звать-то, девку? Сейчас скажу, девки. Только что смотрела. Сейчас наберу, скажу. Сейчас скажу, девки. А то не знаю, найдут у бабы или нет. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Это, не знаю, это сестра его двоюрная или брата жена. Ой. Сейчас, сейчас, девки, подождите. Не торопите меня. Агуша, что ли? Агуша, что ли? А есть такое имя Агуша? Или это Агуша? Агуша, что ли? Не знаю. Сейчас, девки. Ага, где их найти, Агушу? Вообще есть? А, вот она! Вот она, эта свадьба. А, нет, подождите. Два дня назад. А звук-то как я? Сейчас отключу. Сейчас посмотрю. Нет, я на это не подписана. Нет. Ну, это в другой телефон не находится. Сейчас. Адамян. Вот, Айгуша. Вот она, свадьба, ребят. Вот, Айгуш, правильно, есть такой. Вот и его племянница. Вот, я подписана давно уже. Вот она. В 21-м году сделала канал, как он приехал. Ну, что-то я убрала. Это его племянница, брата. Так, а где-то еще была здесь баба? Прям ее везде. Моя невеста, вот ее показывают. А это кто? А, это Агуша, племянница. Может, сестра это? А вот еще где-то баба. Мама. Вот она, подождите. А, вот еще. Роксана, вот мама. Только я не знаю, кто это, сестра или брат, жена. Вот она, я тоже подписана. Вот ихняя свадьба. Диана. Слушай, Диана-то. Ой, блин. Тоже вот они сделали. 21-го года, как он, потому что его мать Самвела ругалась, как приехала, как приехал этот, как его, Эдик, так он всем каналы, говорит, сделал. Ну вот подарки, вот они, они все. Вот, о, София родила. Короче, я не пойму, кто же здесь София. Вот, девки, вот она. Вот, вот она. А это вот Айгуш Адамян. Это его племянница, брата двоюрного дяди отца и его этого двоюрного отец. Они родные братья. Они двоюрные. Вот это идет, как его называется-то. Ну, церковь они стоят. Вот сейчас я смотрела.
Венчание, господи, чучундрая. Венчание идет. Господи. Ой, венчание, вот сейчас идет, вот, 3 часа как загрузили. Девки, я вот... Ну и что, мне интересно. Вам интересно, почему там я не видела Фатиму и Эдика? Девки, какая вкуснятина кисель. За ваше здоровье кисель пью. Ну, мне интересно, вам интересно, вы же тоже всех обсуждаете же. Правильно, вы же обсуждаете всех. А мне что? Мне тоже не верно. Тем более я их смотрю. Хоть не каждый день, у меня свои любимчики есть, блогеры, которые смотрю каждый день. Да, мне пофигу, что там их эти обсуждают, как их называют, обзорщики. Мне пофигу. Они свое дело делают, обзорщики свое дело делают. Я люблю и Инку смотреть, и Нинку. Ну и что, что их обсуждают? Пускай обсуждают. И Самвела смотрю. Ну, у Самвела Адамяна много обзорщиков, очень много. Ну, есть такой хуйню умелен. Ну да, это от бабки. Бабка старая там есть, я отписалась от нее. Ой, такой хуйню умелен. Я даже забанила, мне кажется. Она как-то попадалась мне, я забанила. Она лицо не показывает, ну, такой бред несла. Ну да. А, нет, она обзорщика Эдика. Эдик уже давно не показывает себя, откуда она все берет. Вот я как-то ее смотрела, ну, не сейчас, ну, пускай 2 месяца. Я отписалась сразу. Вот так подписана была я. Про Авито, сколько дом... Да тебе какая разница, сколько дом стоит, сколько он продаст, не, тебе не дадут денег. Угу. Представляете, бабка сидит в Авито. Девки, что я вам еще расскажу? Девки, давайте быстрее все, приходите, 8 часов. Я второй день, но я не подписываюсь, потому что я не люблю эти игры. В ТикТоке я же тоже лазю ночью, ну, поздно. Второй день мне попадается бабка в очках, может, так и видели, вся морщинница, лет 80-85. Девки ей подарки кидают. Она играет такие игры, вот которые ребята. И тра-та-та-та-та-та. Потом еще там какие-то танки. И она... Я вчера ее долго смотрела. В эфире сидела я у нее. А до этого там видосы были. Ну, эфиры тоже были. Она сохраняет. Исключают. Там они по 5 человек, по 4 сидят. Они ее исключают. Там голосовые. Представляете, я попел. Девки, идите, она такая бабка в очках сидит, лет 80-85. Ну, там не написано, сколько, где прочитать-то можно при нее. Девки, она такие игры играет. Да, и ей подарки кидают, знаете, какие. Ну, она по-русски говорит. Я думала, она не русская. Нет, по-русски, не знаю, где она живет. Да, не знаю, но она там по-русски, может, она не русская, но потому что я смотрела, там ее исключали, и там на экране ответчик отвечал, и она тоже отвечала, на, может, не знаю, там же не написано, где она живет и кто она, и сколько лет. Ребят, может, вам попадается она? Мне постоянно. Но я не подписываюсь, потому что у нее только игры. Я опопела, думаю, ничего, бабуля. Да. И там на экране всегда выходит. Там, я поняла, там то трое играет, то четверо, то пятеро. Ну, там воины какие-то. Я не понимаю.
Там на экране выходит, не знаю, может, она не русская, потому что там на экране ответчик отвечает. Потом кто-то пишет: бабуля, тебе что, делать нечего? А она и говорит ответчиком на экране. Ну, может, она не русская, откуда знает. А что мне, говорит, сидеть на лавочке сплетничать? Вот, ответила. Ну, там молодой парень какой-то. Это все на экране. Она играет стримы, она стримы оставляет. И на экране у нее ответчик. Потом так она обидела. Мне так жалко ее стало. Ребята молодые, она играла, ее исключили из игры. Пришло оповещение. Вас исключили из игры, тоже этот ответчик. Думаю, ой, она говорит, что ж я им не понравилась, что ли. Она тоже на экране ответчик. Девки, у нас вся морщинистая, лет 88. Вся морщинистая. И вот такие очки зрения. Может, вы ее видите? У нее ноутбук или компьютер, мышка сидит. Да, девки, вот вам и бабуся. А вы меня оскорбляете. Бабуся в ТикТоке, посмотрите, Это нашла баба там. Ну, я не нашла, просто я листаю. Это мне попалось. Тоже подписалась. На парикмахера подписалась. Она мне вчера две попались. Ой. Сколько я знаю, они всю жизнь танцуют. А она, этот парикмахер, она помладше меня. Ну да, танцует все. Вот так, девки. Ладно, все, чумоки вас. Я вас очень люба. Люба, мои телепузики, я какая есть. Приходите сегодня в 8 часов. На Муз-ТВ к Ольге Валерьевне, 40-й регион. Чао, какао. Обожралась, ребят.